Всем привет, я Алексей, мы продолжаем приключения в игре Portal Knights. В прошлый раз мы открыли два портала в разные миры, потом я вернулся домой, немножко навел порядок со своими награбленными вещами, примерно так мы обставились. Я понял, что мне не хватает места, мне не хватает сундуков. Еще один нюанс, что здесь постоянно стали появляться по ночам монстры, которые прыгают на крыше и прыгают здесь вот в саду. Это немножко раздражает, но это ерунда. Так, мы в прошлый раз добыли обсидиановый блок. И сейчас мы улучшим наше горнило. Я надеюсь, это наковальня, извиняюсь. Горнило у нас тут. И я надеюсь, нам дадут новые рецепты. Так, смотрим, что у нас появилось. Из инструментов у нас ничего нового. У нас появился, мы можем делать золотой брусок. Да, золота надо будет очень много, чтобы получить один брусок. 20 единиц. Позолоченный блок. И все. Чистый огненный рубин. Это на алтаре делается. Чистый мраморный блок мы можем делать, кстати. Мрамор у нас есть. Мы когда-то надыбали. Можно будет что-нибудь красивенькое своять. Так, что у нас еще появилось? Бронефляжка. Повышает броню на 20, на 30% в 2 минуты. Отлично. Фляжка магической защиты. Зелья у нас были. Смотрим, что у нас тут появилось. Огненный шар, пыль огненного рубина. Можно бы и попробовать, конечно, что это такое. Так, из одежды у нас ничего не появилось. Чтобы улучшить до 4 уровня, нам нужно будет найти определенный блок. Так, здесь у нас ничего нового тоже не появилось. Порталы. Все ясно. Ну что, вперед изучать миры. Переместимся сразу в мир. Вот у нас открылось два мира. Вот этот, дымящаяся земля. И вот этот, дымная воронка. Давайте отправимся сюда. Так, это опять какой-то огненный мир. Это есть у нас лава. Интересно, ее можно как-то применить? Что в этом мире у нас есть? Давайте посмотрим. Врагов нет, ресурсов нет. Это просто какой-то глюк постоянно у меня в игре идет. Ну что ж, а если мы это дело раздолбаем? Горючая жидкость. Базальтовый блок. Прикольно. 7 горящего шиповника. Я вижу золото.
Значит, в этом мире есть золото. Отлично. Давайте надыбаем золото. Горючая жидкость. Думаю, что для какого-то крафта. Поскольку золото нам надо для крафта верстака, алтаря, поэтому получим сразу какие-то новые рецепты для оружия, для одежды. Но чтобы получить золото, нам надо убрать аж 20 кусков, чтобы получить один слиток. Так. Там я вижу, монстры ходят какие-то. Пускай себе ходят. Мы втихаря займемся добычей золота. Что-то я не очень вижу. Используем мы свою палку-копалку. Я вижу золото. Да-да. Золотая руда. Достали. Теперь надо отсюда выйти. Хорошо. Так, я вижу какого-то голема, вижу этого мага. Думаю, разведать, стоит это здание тоже. Будем еще золотой руды как можно больше. Кстати, когда я наводил порядок, я понял, что у меня совсем нет железа, что скорее всего придется в скором времени идти на добычу железа. Расходовалась кирка. Сейчас мы ее починим. Так, все, здесь добыли. Все добыли. Сколько у нас есть золота? 45. Это на два куска. Так, где-то здесь еще было золото. Так, золото взяли. Здесь я вижу еще несколько слитков. Я это все заберу. Чтобы сделать хотя бы каких-то 3 куска, 4 слитка золота. Так, грязевой блок. Вот, еще золото.
Здесь хороший залеж. Так, мы нашли. Так, кто-то у нас тут. Даже так. Пожалуйста. Опять кости, опять опыт. Опять очень похожие, как мы уже здесь ходили в таком здании. Будет спуск вниз, там скорее всего будет портал. Портал нам еще открывать рано. Сколько у нас совсем нету портальных камней. Так, отлично. Избавимся от этого. Надоедливого рыцаря. Меня отвлекла кошка, и мы чуть не погибли. Хорошо. Туманный рыцарь. Опыт. Целебное зелье. Становимся в строе. Я забыл, что нам дает эта горящая пальма, кроме древесины. Семя пылающей пальмы. Больше ничего не дает. Вот эта штучка что дает? Семя шиповника. Вот эту я хотел еще посмотреть, что дает. Горючая жидкость. Огнеягоды. Я думаю, нам это пригодится для какого-то крафта. Давайте посадим, что мы нашли. Сколько в нашем мире расти это не будет. А здесь пускай растет. Вот чили, кстати, я посадил. Чили у нас растет хорошо. В моем домашнем мире. Топорик на место. Но она нам, наверное, не нужна. Можно, в принципе, ее использовать. Останавливает немножко быстрее все наше. Здоровье. Так. В этом мире есть один портал. И он будет находиться на нижнем уровне этого замка. Чтобы сделать, открыть портал, нам нужно портальный зеленый камень.
нас их есть только 3 штуки. Значит, еще 3 нам надо найти. Ну, вот те зеленые вполне захотят нам дать. Так, восстановим здоровье. Что же нам как-то надо? Музыка реально из Angry Birds. Так, и что он нам оставил? Похоже, что ничего. Угу. Приходит в этом мире рассвет. Поэтому я нашел золото. Поэтому эти все рыцари пропали. С рассветом они пропадают. Есть голем. Попробовать его замочить. Горящий голем. Ух ты, гад. Что-то мы тут упали ниже, чем хотелось бы. Так. Получили зеленый портальный камень, 2 штуки. Ну что? Итого у нас есть 4 портальных камня. Я вполне полагаю, что мы, пока будем спускаться, наберем еще на 2 камня. Так, золото. Золото нам надо. Золотая руда. Я видел вот тут еще.
Так, вроде все. Собрали. Не знаю, обсидиановый блок нам еще нужен или не нужен. Мы можем наковырять. Так, о, я вижу еще золото. Так, мы его достали. Вроде больше нету. Вроде нету. Ну, тогда вперед в этот домик. Хищный кто-то не успел прочитать. Мы его убили. Так, здесь мы все зачистили. Пойду-ка я вниз. Посмотрю, что там. Солдат. Как я и планировал. Налево или направо? Давайте сюда. Так, этот нам ничего не дал, гад. Павший солдат. Зеленый камень. Зеленый камень. Это здесь еще один летал. Вот. Отлично. Так, идем вниз. Вниз. Здесь ничего нету. Придется возвращаться в другую сторону, там другая дверь была. Так. Что у нас с камнями? У нас есть 5 штук. Еще один камень. Итого нам надо еще 3 осколка. Скелет даст нам 1 осколок. Кто-то дал. Кто-то из них дал. Так, есть здесь 2 двери. Спустимся вниз. Вот еще один. В принципе. Фактически. Я готов, если я найду портальный камень. Там еще наверху были 2 двери. Так, а что? Угу. Нас здесь сундучок ждет.
я бы хотел найти где-нибудь лампы для дома. Сколько факелов, мне что-то не очень понравились. Так, хорошо. Что тут? Сундучок. Сундучок. Смотрим вазы. Забираем ценный опыт. Так, надо теперь вернуться назад. Там опять были две двери. Здесь мы были. Но все-таки выход здесь. Да. Вот есть еще две двери. Попробую сюда. Такое, ай, вот как. Хорошо. Еще личинка. Хорошо. Кубик. Блок, покрытый железом. Сильное зелье, железная руда. Сапфир. Вот, вот туда бы нам попасть надо. Сколько тут золота? Так, что-то я тут немножко увлекся и сделал не то, что хотел. Добываем золото. Золота нам надо много, как и любых других ресурсов. Так, возвращаюсь сюда. Там, видно, уже заканчивается мир. Так, где-то здесь была еще одна дверь. Очень надеюсь, что она ведет в портал. Ах вы гады какие, а? Так будет быстрее. Хорошо. Опять две двери. Нам то, что идет вниз, я думаю, ведет к порталу. Здесь портала нет. Здесь есть сундук. Здесь есть сундук. И все. Значит, остается эта дверь.
нас 20 уровень. Что же, перед тем, как мы откроем эту дверь, давайте раскидаю очки опыта и откроем новый талант «Шанс у ворота». Ну, осталось 25 уровень ждать, что новый талант появится. Да, вот портал. Отлично. Так, разделались. Еще громожок есть. Все. Покоцаем вазочки. Ну что, пробуем активировать наш портал. Надо сделать камни зеленые. Следующий будет портальный камень красный. И таким образом мы будем приближаться к финальному боссу. Отлично. Итак, мы открыли этот портал. В следующем видео посмотрим, что же там дальше. Всем пока. Подписывайтесь, критикуйте, ставьте лайки. До следующего видео.